Работы студентов и преподавателей художественного училища можно увидеть на выставке «Учитель-ученик», которая открылась в Шереметьево-центре. Выставка является своеобразным отчетом и педагогов, и студентов, а в этом году она совпала еще и с памятной датой – 85-летием Ивановского художественного училища. Это очень интересно, когда рядом висят работы учителя и ученика. И здесь видно и стиль учителя, который отражается в ученике. Здесь видно, что у ученика есть какое-то свое лицо в то же время. И таким образом мы стимулируем это развитие творческое молодых художников, которые, я думаю, в дальнейшем продолжат дело своих учителей и, может быть, даже сделают чуть больше их. На выставке представлены работы студентов разных курсов и отделений. Особый интерес представляет творчество ребят, которые только в этом году поступили в училище. Совсем недавно прошла выставка работ, посвященных военной тематике. В ней приняли участие 12 студентов-первокурсников. И из них 11 человек стали участниками выставки и в Шереметьево-центре. Первый курс. Они постигают все. И разные материалы. И вот у меня у самой папочка прошел войну. И поэтому, когда я им рассказывала, мне, знаете, я сама, ну уж мне много лет, сама послевоенная, понимаете, и так мне было приятно им рассказать, и они так почувствовали, и так здорово выдали, вот это здорово. И вот здесь они представили пейзажи, ну это учитель-ученик пока не посвященный войне, но вот скоро у нас в училище откроется и эта выставка. Иван Малкин учится на первом курсе, но его работы уже выставлялись в Союзе художников. Однако участие именно в выставке «Учитель-ученик» является одним из самых значимых событий на творческом пути юного художника. Это тоже очень как-то подбадривает меня, наверное, дает какие-то новые силы для создания новых работ, творческие силы. Есть хорошая возможность поучиться у преподавателей, у других ребят, посмотреть их работы, как-то сравнить себя с ними, там увидеть какие-то плюсы, минусы, вот, ну, чтобы дальше работать над собой. Эта выставка является своеобразным симбиозом опыта и наработанного годами мастерства педагогов и свежести новизны мысли их студентов. Связь поколений и совершенно особенная семейная атмосфера, царящая в этом выставочном зале, придают экспозиции выставки свой собственный колорит. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.